Элиста присоединилась ко всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Именно 27 января, 79 лет назад, была полностью снята блокада Ленинграда. Почти 900 дней жители города находились под обстрелом немецко-фашистских захватчиков. Тогда погибло более 640 тысяч человек, по другим данным, не менее 1 миллиона. Однако город выстоял, и 27 января 1944 года Ленинград был освобожден. В центре Листы прошла памятная акция «Волонтеры Победы». Юнармейцы рассказывали прохожим о событиях тех лет, а также раздавали 125-граммовый кусочек хлеба. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блокады. Дань памяти, стойкости, мужеству. И те мероприятия, которые проходят сегодня и запланированы в течение этой недели, они как раз именно посвящены этой знаменательной дате. Поэтому Тот долг памяти, который есть у нас, у потомков, вот он как раз в такие дни рассказывает молодежи, особенно молодежи, о Великой Отечественной войне, о подвиге нашего народа.